пока. Пока. Что, друзья, всем привет. Сегодня необычный выпуск, потому что я, во-первых, на костылях. Вот они стоят. Во-вторых, мы грузим в тачку шины. Это значит, что я остаюсь без машины, и я ее продал. Проездил на ней чуть больше 2,5 лет, но настало время поменять ее, нашу любимую красавицу, которую мы очень сильно полюбили. И новый владелец это, конечно же, оценил. Короче, ему она зашла. Такой какой-то мощной задумки заранее продать Volvo ее не было. Пока мы путешествовали, мы долго обсуждали, что хочется что-то другое, потому что Volvo это очень и очень хорошая машина, она очень надежная, и кто бы как ее не ругал, что-то сыпется, не сыпется, дорогое обслуживание, это нормальная машина абсолютно по всем показателям. В обслуживании, в ремонте, в надежности, в кушании бензина, она абсолютно адекватная. Ну, вот по мне так точно, по нашей семье точно. Кто ездит на Volvo, пишите свое мнение. И мы когда начали чуть-чуть плавно-плавно задумываться, но потом, когда мы вернулись уже сюда, в Москву, я такой думаю, да ну, поездим на ней. А потом в какой-то момент я думаю, а что, а давай попробуем, выложу объявление, посмотрим, ведь сейчас ситуация в стране, да, там все дела, там, я думаю, что не прям быстро ее купят, думаю, ну попробуем. И, короче, я выложил ее, прикрепил видосами с Ютуба, 2 видео есть на Ютубе, год спустя два, обслуживание, что делалось. И тут, короче, звонок, приезжает Макс, так зовут нового владельца этой машины, мы, кстати, до сих пор на связи. Посмотрел, мы прокатились, он убедился, что машина действительно в достойном состоянии, причем он приехал в вылизанную машину. Я только с ней кое-что сделал, чуть позже вы сейчас это увидите в ролике. Контролем мы ее загнали с ним сразу же в клубный сервис, где я обслуживался. Ему посмотрели, сказали, что туда требуется вложить. Это был небольшой список, по-моему, 7-8 пунктов написали. Но сам мастер сказал, это все фигня. Одно из это было лобовое, трещина на стекле. Второе это были, спасибо Крым, опоры двигателя порваны, и резинки, там где стойки амортизаторов, тоже их приговорили, все, им хана. Он делает мне залог 10-ку, и мы ждем еще, по-моему, 10 дней, когда у него там решался рабочий момент, и куда-то они уезжали, супруга, по-моему, в Сочи. И приехал забирать. Новому хозяину я даю только резину зиму, и старый бензонасос оригинальный, так сказать, единственное серьезное, что я поменял, и то по ошибке, он рабочий. Буквально за 3 дня до встречи с новым покупателем я отполировал фары, вы можете заметить, сейчас будет вставка, как это происходило. Я также сделал полную химчистку салона, тоже вот сейчас покажу, как это было. Вот такое средство, вот так вот кусками замачивается потолок. Вот так вот щеточкой все втирается. Так. Но уже эффект, посмотрите, какой чистенький стал. Вообще кайф, как новый, да? И новый владелец, когда приехал, он увидел тачку вот вообще вылизанную, понимаете? Естественно, вопрос, мол, зачем вообще продавать? Ну, за 2,5 года я считаю, что пора тачку поменять. Вообще, когда я ее брал, я думал, год поезжу и скину. В итоге мы в нее влюбились, мы на ней пропутешествовали, все выпуски на канале. Что было вложено за год, что было вложено через 2 года после эксплуатации, можете посмотреть, выпуски будут там. И максимально, чтобы для обоих было комфортно и быстрее прокрутить сделку, я сразу заранее сделал 4 договора купли-продажи, ну так, на крайняк еще один дополнительный, да? И мы подписали бумаги. Все, мы подписали бумаги. Черканули подписи, и тачка уезжает. Ну все, 2,5 года откатали, продали. Пока. Пока. Будь верный, как и нам. Грустно. Что эта машина была действительно частью нашей семьи. Мы столько на ней пропутешествовали, столько она нас выручала. Мы в ней ночевали, ели, пили, срали. Все угодно.
все, теперь она не в нашей семье. Но ей спасибо, и я надеюсь, что она будет также радоваться и не подводить новых владельцев. Скоро узнаете, что я себе новенькое приобрету. И с этого момента, друзья, начался такой квест. Он начался настолько мощный. Я целыми днями просыпался, как нас дети поднимали часов 7-8 утра, залазил на автору на Авито и искал нам машину. Я мылся с телефоном, я ел с телефоном, я все делал с телефоном. Часа в 2-3 ночи я ложился спать, опять вставал, опять с телефоном. И так это было на протяжении, наверное, полумесяца. Я так устал от этих полмесяца, которые меня вот так вот, знаете, вот так вот, как полотенце, просто выдавили, выжили всего, что вот так вот просто уже потрясуще. Короче, это просто происходило что-то, нечто сложное. Почему? Потому что, во-первых, мы стали рассматривать машину, увеличиться в цене и рассматривать от 900 тысяч до 1 300 000, на что позволял наш бюджет. Выбор пал на X5. BMW X5, мы что-то такие захотели, вроде покрутились, посмотрели. Выбор пал на X5, я начал строго искать X5. Но мне нужна была машина не более двух хозяинов. Это мое строгое условие всегда, когда я покупаю тачки. Почему так? Потому что все, что больше, ну, простите меня, может быть, обижу владельцев, у кого машина, со многими владельцами, но для меня эта машина шлюха, потому что ее поматросили, бросили на протяжении там очень многих владельцев. Ну, мне просто это неприемлемо. Я не хочу садиться в тачку после большого-большого количества там хозяев. Это мой такой личный, короче, подход. Одну смотрю не то, вторую смотрю не то, третью не то. В итоге какую-то нахожу по более низкой цене, 900 или 890. Что-то, короче, такое. В автосалоне приезжаем, смотрим, вроде нормально. С отцом поехали, она дизельная, послушать. Вроде нормально работаем. На следующий день я приезжаю с Настей, с детьми, чтобы мы все вместе посмотрели. Комплектация как нужна, панорамная крыша, вся там электроника, ну, как BMW любит. Самое интересное, что и нужное нам, это в подголовниках телевизоры. Ну, короче, вот нормальная машина, можно брать. На следующий день я опять туда приезжаю, понимаю, что для более точно нужно вызвать вот этих ребят с автоподбора. Звоню, заказываю, на следующий день он приезжает, мы смотрим тачку. Он приговаривает сразу турбину, но я думаю, ну и ладно, бог, короче, с этой турбиной, ничего страшного. И тут началось то, что мы загоняем ее на подъемнике. Вот кадры. Ее докатали. Вот такую мы смотрим. Черная. Ну, я максимально вкусно. Так, для себя, я не знаю. Так. Там вообще беда. Анус. Вон антифриз. Да. Прямо вообще. Не стесняюсь. Так на ней даже не ехали еще. То есть все запотевание. Да, ребята. Мы сняли защиту, и там из всех щелей просто. Там сопливит, там сопливит. Причем это не запотевание, на которые можно очень плавно решить эти запотевания. Там течет, отовсюду течет. И он мне говорит, вы понимаете, что бэха как бы вот сейчас вот в турбину 30-ку надо вбухать, а может быть и побольше. Далее у вас интеркулер, далее у вас вот это, далее вот это, вот это, вот это запотевание редукторов, рейка течет, на рейку попасть это вообще капут. Короче, принятое решение просто ехать домой. Просто 4 дня перечеркнули. А еще на костылях. Это еще больше усложняет. Я расстроенный, еду домой, точнее мы с Настенькой в этот день, мы уже все собрались покупать, мы приехали с деньгами уже. В итоге потом этот продавец, он говорит, что мы машину делаем, нам нужно 7-8 дней, мы ее сделаем. Но ценник увеличивается до 1 000 000. Я тут же понимаю, что брать ее за 1 000 000, непонятно, как они сделают в перекупном своем сервисе, да, который сервис при автосалоне, а автосалон не официалы. Я принимаю решение, что нет. До этой машины мы еще смотрели одну X5, белая, на белом салоне, 3.0 дизель, все как надо. Ну, короче, клевая. В Подольске, у официалов Шкода,
Я сначала один раз посмотрел, снова с отцом приехал, все хорошо. На следующий день я говорю: Настенька, поехали, короче, сейчас тебе она нравится, детям нравится, сразу покупаем. Мы рано утром встали, начинаем ехать, приезжаем туда, и нам продавец говорит: вчера после вас приехали люди, дали залог, и сегодня мы их ждем к обеду, они ее забирают. Я расстроился. И вот у этой белой был один хозяин в России. А у черной, про которую я до этого рассказывал, было три. Но первые два, они очень быстрые, а третий владел долго. Ну, короче, мы снова расстроились. И когда белую забрали, я вообще потерялся. Тут еще с этой черной. Нашел за 1 100 000. Приезжаю. Ну, там, во-первых, комплектация как вот бедная, бедная. Там ничего в ней нету. В итоге звук там стоит прямоток. Он мне вообще не нужен. Он рычит, как не знаю кто. Короче, тоже отпадает, но вы понимаете, да, это все, это покатушки. В итоге, вечером мы смотрим, опять я смотрю объявление, выстреливает Range Rover Sport. Год, не помню, по-моему, 9-й. Ценник нам нравится, в подголовниках телевизора, все как надо. Черный, на черном, короче, такой, короче, интересный вариант. Это было часов уже 12, где-то так, ну, первый час уже. Я Насте говорю: Настенька, давай срочно просыпаемся и едем. У него два хозяина, и едем сразу ее забирать. Просыпаемся, собираемся, уже, грубо говоря, в дверях стоим. Я дозваниваюсь до этого автосалона, говорю: мы сейчас приедем в залог и залог внесем, либо сразу ее заберем. Он говорит: за нее вчера уже сделали предоплату, и вы ее не заберете. И уже сегодня покупает. И все. Я думаю, ну как же так? Ну, прикиньте, да, мои эмоции. Одна ушла хорошая, вторая вообще поломалась при нас. Опять это ушла. Я расстроился. Я расстроился от следующего, что ты смотришь тачку за 900, что ты смотришь машину за 1 300 000. Это касается BMW X5 и Range Rover Sport. Они все ушатанные. Салоны в плохом состоянии. По техническим характеристикам, да тоже все плохо. Откуда-то течет, сечет и так далее и тому подобное. Что мы еще для себя рассматривали? Мы рассматривали, немножко я смотрел на ГЛ, но он к старому кузову, он немножко такой катафальный, поэтому он как бы тоже быстренько отлетел. Но нам нужна была премиалка, нам нужна была обязательно вот эта комплектация, как мы хотели, чтобы телевизоры были. Ну и, конечно, чтобы один владелец, максимум два. И тут я сел расстроенный, утром просыпаюсь, сажусь за телефон и думаю: если с 900 тысяч до 1 300 000 фигня, то я буду смотреть до 850, мне тогда же будет проще. И тут я вспоминаю Настеньку, что Настенька когда-то говорила мне про Мерседес. Я начинаю смотреть Мерседес. И выстреливает у официалов, у Тойоты, в Люберцах стоит Мерс. Я тут же одеваюсь, не завтракая, бегу туда, на хромых своих ногах. Еду почти 3 часа на оленях, на собаках, и вообще это полный для меня был квест, потому что я в метро не спускался уже, наверное, года 2-3, на электричках вообще там не ездил, уже не помню. В общем, я прошел квест, мне машина зашла, она вообще в идеальнейшем состоянии, у нее салон как будто новый, вот не вру, увидите. Внешний огонь, один владелец, и вся история машины в России, она вся есть, вот такая вот. Кипа бумаг в следующем выпуске я вам покажу. Ну а теперь давайте посмотрим, друзья, покупку, и вы нас поздравите. Что мы, короче, в Тойоте. Попросил загнать контрольную машину на подъемник, чтобы посмотреть, что там чуть в масле, чтобы убедиться, что это действительно соединение КП и двигателя. Сейчас поднимут, еще засниму для себя и для вас покажу. В общем, у нас небольшой перекус. Короче, я загнал машину. Да. Загнал машину на подъемник. В общем, там открутить поддон не получилось, потому что они не разрешили это делать как официальный дилер, но они дают, получается, акт, что проверяли они, и этим руководствуются. Но там есть течь между двигателем и коробкой, скорее всего, сальник. Ну, посмотрим, сейчас я ее буду сам загонять. Но есть на этом? Сейчас я буду. Есть огромный плюс того, что один владелец и вот такая пачка документов, все, что он делал. Я чуть позже вам тоже покажу это. Сейчас ждем, документы оформляются, и мы уедем на ней. Сейчас покажу, какая.
Так, все, Настенька делает последние штрихи, и мы будем получать ключи. Все, забираем. Да, Тём, все, забираем. Да, друзья, это Mercedes M-класса, ML350, дизель. Кто-то спросит, почему такая маленькая? Блин, ребята, я не знаю. Мы смотрели BMW, мы смотрели Volvo, на Volvo не стоит. BMW X5 найти в очень сложном, нормальном состоянии. И в последний момент мы решили взять ML. Первый видос про ML будет следующий, поэтому подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, в комментариях поздравьте нас с этой покупкой. В том выпуске, в следующем, я вам расскажу про этот Mercedes, потому что у него очень интересная история. Кому интересно, подписывайтесь и послушайте в следующем выпуске. Пока!